Ну. Ну, а включи. Давай. Мне звонят. Уже не звонят. Ладно, самое время пересмотреть твой стрим «Дорога к 3К рейтингу». Да? Очень рад. А я микрофон не включил. Вот, теперь все работает. Я ж все вырубал. Давайте мы О, теперь тут у покрутим. тебя картинка стоит моя, Я вот эта. знаю, я ее пока не убираю. Так. Ой, что я сделал? Оба. Я Ух все ты, а у спутал. меня даже. Давай вот так сделаем. Оба. Так, все, пока будет так. Ладно, вот так сделаем. Берем пока картинку. Кыв-кыв-кыв. Так. Так, и вроде бы. Да, теперь отлично, все работает. Да. Ура! Так, и серф подняли. А Да? пароль, а пароль, я же говорил, так будет. Да, мы пароль, короче, он обычный. Так, А что ты все. не сказал на стриме? Не стал. Ну вот, Ой, у тебя, наверное, ну... можно здороваться. Я Мы первый с тобой... сюда! Да-да-да, жесткие. Так, все, пойдем Вот, все, давление всем катать. привет. Ой, я стапы, да, запалил. Ладно. Надеемся, никто не поймет, что за сетап StarPress. Так, а ну-ка он. Да, оно работает. Да, вот, 2 часа батуста с денежками. Вот С денежки. большими денежками. Да. Денежки все любят, поэтому едем с денежками. Вот и на позитиве. Так, интересно, я убрал ее. Что с разрешением? А вот с разрешением все отл. Ну, поехали тогда, получается. Да, поехали. А, понял. Да и у Фимова. Ой, я уже в стену успел Хорош, заехать. хорош. Ну, тогда едешь до финиша обязательно Да. сегодня. Главное верить в позитив. Да. Ну что, даже не поздоровался. Всем здравствуйте. Вот, все, молодец. Да. Сказал, Ну. сказал же, что твой папа будет смотреть все. Ой. Ой. Так. Ура, долгов на сервере. Это самое главное. Да тут много страшилок у нас по ходу дня. Ой. Вообще не попал никуда. Так, 25 минут, да, квала? Блин, Кайф. дофига. Прям реально дофига. Ну, Хотя можем дофига, будет да. даже круг попробовать собрать какой-нибудь. О, Амир позади меня. Чё моргает? Он чем-то недоволен. Да. Наверное, твоей ездой. Бей побыстрее, просто чтобы он в тебя не упирался. Да. На стену ее. Нормально, за 2 круга 2 раза в стену заехал, с кем не бывает. С кем не бывает. С Максом не бывает, потому что он въезжает в стену 4 раза за 2 круга. Тихо.
Тихо. А, я в стену въехал тоже. Вот это молодец, свой желтый флаг. Твою честь? Нет. В твою честь, нет? Сейчас вот в мою. Сколько дамага у меня? Ку. Ладно, я не на траектории стою, могу даже 2 минуты. Жестко. Так, извините. Блин, надо помнить про стаб. Что можно сделать бы? А. Блин, надо стаб сохранить себе нормальный. Ладно, будем считать, что это нормальный стаб. Летели. Здорово. Так, вот так сделаем. Кстати, у нас холоднее, чем было. Да, передо мной уже какой-то Астон в стену приехал. Ой, блин. Как непривычно с первых питов ехать. Ты мощь 0.17, убийца. Да вообще. Не чувствуешь это лобби. Да. И как мы 2 часа тут будем ехать? На сосредоточенности. Трекфаст, что ли? А, трекфаст, кстати. А, в натуре трекфаст. Вон. Тогда ты еще больше разных считал лобби. Да. Во, жестко 70 к визу, прикинь. Жестко. Да я убийца. Сейчас как у Бахку из мозга резины будет обстоять дела? Кстати, а я в итоге не понял, какое оптимальное давление? 6.5 или 6.7 в итоге? Не знаю, я буду стараться где-то 6.5-6.7.0 в смысле. Господи, какие все вежливые, все меня пускают. Ё-моё, что происходит-то? Прям не верю. Прям ошалеть, да? Да, прям ошалеть. Ладно, я все равно сложусь, кого-то из них заберу с собой. Кстати, у нас нормально в итоге бэхта. Мне кажется, просто по старой памяти взяли. Уже там... на серваке... Ой, я чуть не въехал в чела. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, уже 9 бэх на серваке. Блин. Что я вообще никуда не попадаю. На резина холодно. Да. Надо же отговорку все. Ой, я мисс кликнул. Трекфаст. Вот во всем. Да. И температура по этот. Ну, короче, другая, не такая, как на практи сервере была. Тут же просто в ту температуру вкатился. Да. Нифига себе, ануфлива, классная ферка. Итальянским флагом. Мне кажется, сегодня желтый флаг, это будет самый частый флаг, который мы будем видеть. Да ёкало мне, а! Да, именно потому, что я... Не потому что... Именно потому что я постоянно на машину, да? Раскладываю. Сложно. Ну ладно, все получится. Зато я первый на практике. Все. Да. Еще и пора никто время не поставил. Как это Амир поставил? Ты чё, Евгений Макаревич? Не то, что Макаревич возьмет пол, я не сомневаюсь.
Серегин вот поставил. Okay, Eagle, все, я могу гордиться собой. Ой. Yellow flag. Green flag. Sector 2 is 0.7 off the face. Че, Борьку Гарифунина пустить? Ладно, так уж и быть, пущу. Не узнаешь, что меня не покидает мысль, что... как его зовут-то? Абулаз открывал давление на последнем своем стриме. Он что-то знает, похоже, чего не знаем мы. Задумайся. В смысле? Че? В прямом. Скрывал давление? Да. Ну, то есть у него просто давление было закрыто, типа, котом курящим. Вот это легенда, 6/10 в первом повороте нашел. Хорош! 7, 8, да я сейчас разнесу это лобби просто. Нам нужно больше тренироваться, да? Да. Блин. Вам надо больше тренироваться. И вообще, почему у них поршкать? Читеры. Я Ануфриева догоняю. Егор Кирюшев впереди тебя. Твое оправдание. Нет оправданий, чисто скорость. Ой, инвалид, блин. Ура, ура, таблички уже сбили. Ура. У нас и так много тут. Что-то я в натуре Ануфриева как-то быстро догоняю. Правда, я ошибаюсь, он не ошибается. Он еще раз гонит меня. Ну сколько у меня дамага уже? 1/10. Ой, ё-мо, это чё, блин? Он меня решил пропустить прямо на траектории. Жестко. Уважаю тебя все. Причем сбили именно табличку топ, по которой надо ориентироваться. Шедеврально. Это ж кто-то так умудрился приложиться ровно на ту табличку, которая всем нужна. Не будем токсичить, с позитивом едем. Да, без да, негатива. Мощь. Как я А, не, не засейвился. Ой, я кому-то... На, Серёгин в меня приехал. Ну все, дисквал тебя. Неадекватно себя ведешь, я считаю. Извините. Я правда не хотел. Я просто инвалид немного. С кем не бывает. Так, надо сейчас пойти не по альтернативным траекториям. Ой, ё-моё. Лично альтернативную траекторию я все равно проложил. Альтернативную траекторию я проложил, да. Я еще прям посреди траектории, простите меня. Блин. Ой. Кем я? 77. Кто 77? Бля, это Ануфриев. Неловко вышло. Ты с Ануфриевым сложился? Ну, не я с Ануфрием, а Ануфриев об меня скорее. Типа я сложился, Ануфриев меня добил. Нормально, короче, Серегин об меня. А где этот-то? Фатоша. Павел Федянин. 2072. Я надеюсь, Ануфриев на меня сильно не влится, честно, не хотел. Ну, само получилось. Да. Всего-то он тебя трехмерным матом покрывает. Ладно. Какой школьник там, наверное, говорит. Ну, приходило. Малолетний. Малолетний. Да. Yellow flag. Incident
clear. Green flag. Вот я иногда не понимаю, я... А, нет, все, извините, понял. Ну я не понимаю. В стене, понял уже. Дошло. А, нормально, и Серегин опять... А, нет, это не Серегин был. По Егор, ты? О, здорово. Нормально, ты потом отписаешь. Ладно, я пока починю. Отойду. Sixth place. Fifteen minutes to go. Sector 2 is now green. Brakes are pretty hot now. New fastest lap for Starling, 2:00.8. We've got a tiny bit of bodywork damage there, just ignore it. Estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. Инженеров. А почему инженеров прочитал, что-то там стальников? Чувак, ливрея Кризифай, похоже. О, трек Оптимум. Ура, ура. Блин, а если трек Оптимум, может быть, заднюю дать? Не теле заднюю давать. The guy behind has just done a 201.16. The exit looks clear. Blue flag. Your brakes are cold. Max, поехал. Какой Макс позиция сейчас? 12-й мощь. Yellow flag in sector 2. Гольцев, от Гольцева уеду. It looks like Marvin has gone off. Если не разложу еще один. Yellow flag. You've got cold tires, so we need to get some heat into them. You're clear. Incident clear. А, солдатов на БМВ. Фига. А он регу что ли забыл сменить? Что он что-то на Феррари-то ездил тогда?
Ладно. Может, гольц выпустить, потом там окошко большое. Да, наверное, имеет смысл пустить. Сейчас уже. Incident in sector 1. Sector 1 is yellow. We think Stockinger has spun off. Sector 1 is green. Yellow flag. Green flag, you're clear of the incident. Sector 1 так, все, водичка есть, водичка на месте. Че, Егор, ты здесь? Угу. Yellow flag. Так, что вы, а, это сервер. Нихера себе, я частенку сейчас обчесал. Yellow flag. Okay, Igor. 5 minutes of fuel remaining. 5 minutes. Incident clear. Green flag. На полсекунды. Жесткий. Так, все, последний раз выезжаю. Теперь к оптимум стал. О, ща накатим. Чуваки, ну все равно что не на зачетном. Спасибо. Left, clear left. E5. Very little fuel left. Come into the pits at the end of this lap. Box this lap. Side's clear. Sector 3, yellow flag. Green flag, sector 3. Fumes, mate. In this lap, box this lap, please, Igor. E2. You need to find a 10th in sector 3.
Так, ладно, я, наверное, все. Надо тоже сходить воды налить. В целом темп есть какой-то темп. Ладно, я отошел. Как оно выключается? Вот так. Чё это V12? Шалить. Все тут. Блин, серьезно, 4 десятки вес все растерял. 4 десятка больше нет, получается. Получается, все. Заканчиваю карьеру. Ну я надеюсь, что просто отквалюсь так вот где-то топ. Это если Макс 9, то я точно буду в топ-10, господи. А кто время не поставил? А Солнцев еще будет ставить Богородицкий, вот они сдвинут, скорее всего. И все. Больше никто не сдвинет. Иначе, может быть, вы реально вполне себе даже где-то в топ-8. Угу. Блин, квала 25 минут, капец. Ну, все будут собирать просто лучше, что могут, потому что, ну, типа, за такое время лучше не собрать в этой игре. Правда, все равно, кто выйдет первым, у него будет огромное преимущество по круговым потом, скорее всего. Только о, веник. Давно не виделись, веник. Привет, веник. Почему не ездишь, веник? Объяснись, веник. А ну отлично. Школьнику со мной тоже нравится, да, школьник? Конечно. 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 Да.
Зачем тебе студенческая жизнь? Ходишь на больничный и все, забываешь. Господи, Кузбасский автодром, это где? На Кузбассе, логично. Гран-при Чечни? Купи руль. Или ты же гуся купил, как хотел. Мечта детства осуществилась. Кузбасский автодром в Кемерово. Отлично. А, я знаю, где, кстати, он тогда. В смысле, негде кататься? Вон Crazy Fluid. За денежку. Ну, кстати, почти все пришли. Два человека только не пришло еще. Кирилл Антонов, кстати, что-то он 13-й. Круг не собрал. Не собрал. Бывает. Не собрал? Или там такой? Не собрал. Жига на Кузбасс, вот это вот стратегия прям жесткая. Надежно, как швейцарские часы. Вот бы Жигу на Кузбасс. Ой. Здесь бы как-нибудь удобно. Вот так вот. Вот так вот. А, вообще, где в комнате с тремя человеками, понимаю. Три человека, и это хорошо прям. У него сейчас месиво будет кровавое. Блин, так в натуре надо в топ-10 даже заезжать по-хорошему. Да надо, надо. Надо. Ну что, у тебя колледж, что ли, далеко? Тебе приходится в общаге с тремя людьми. Я на голову замучусь, если что, так что не ори на меня. Понял? Ну, все равно буду орать. Да, ну ладно, у меня другая кнопка мутить вообще все. Не буду слышать, как ты орешь на меня. То есть мне можно не мучиться, да, получается? Наверное. Так, полетели. Офигеть, быстро сбросила, кстати. Блин, у меня передача не воткнулась. Ладно, нормально, я второй. Все, полетели, Егор. Так, белая линия, белая линия. Все. В квали не пофиг? Не знаю, я не рискну здоровьем рисковать. Пограничный третий, нормально. У нас, кстати, наверное, хороший запасик есть. Надо сейчас только в стену на прогреве не заехать, Егор, будет хорошо. Да, в тотал. Ехать от родителей в общагу, это так себе затея, наверное. Все, давай муть, ты же обещал. Вон мы на прогреве еще. Что ты мне сделаешь? Ладно. Замучишь сам. Ты можешь меня вынести. Вон сюда. Удачи. Взаимно. Че по треку? Получается, надо Газпол везде ехать. Ну ладно, что позитивно. Кто-то разложился уже. Желтый был. Как тебе идея меня отпустить? Отлично. Отлично. Чтобы если ты разложился, мы не собрались, да? Да.
Ну, я надеюсь, что столько хватит. Да, надо наверстывать. Еще и патч новый вышел. Даже стап нет. Пока что, по крайней мере, ни у кого нормальных стап. Потом все шкерят стапы. Это клип, я считаю. Flag, да, стало легче стрелять, легче отваливаться. Я сейчас там на спуске чуть не сложился, и прям я боком там пошел. У меня что-то давление много. Мне а шарчу, что ли, стало? У меня типа уже 6-9. У меня тоже 6-9. О, чел тут круговые. Понял, то мы сейчас круги проехали и все. Все по трассе растянулись. Ну, сейчас круги будут в круговых. Причем в медленных круговых. Офигеть, реально мы все так растянулись, чё? Шалеть. Антонов 2.07, неплохо. Ну серьезно, ты меня не пускал, чтобы по итогу вот так сделать. Ну разгони меня. Блин. Или вообще не будешь меня пускать. Блин, ну 3 десятки вез, и чувак, ты. У меня тоже 2 десятки вез на выходе напрямую, просто. Ну, я вот вез нормально, не ошибаясь, меня просто чувак сдержал. Блин, он еще и борется со мной. Блин, чуть-чуть не вынес меня, вообще жесть. Что творится? Блин, ну все, вот мы квалу эту поставили, мы больше ее навряд ли сможем перебить. Ой, блин, что здесь происходит? Что-то навез что-нибудь? 1000-ю. А, нет, даже не навез. Главное давление сбавить. Блин, я не знаю, да, надо искать какое-то окно. Ну, сейчас оно надо там просто есть. Всех секунд. О! Вон там есть, да, какое-то окно, но. Ладно, пофиг. Нормально, у меня сейчас одно из колес просто посиневело, я видел. Колым зрением. Ладно, я вроде кое-какое окно нашел себе. Sector one time is good.
2 liters remaining. Бля, чувак. Пипец. Ну да, люди сейчас раскладываются просто постоянно. Блин, как окно найти? Спасибо большое. Ну, три десятки я хотя бы навез. Пойдем давляк сдувать. На какой переместился? Перед тобой. Ага. Ай! Давляк сбил себе. Ой, блин, пипец. Здесь есть трафик behind, тут фен уехал, ладно, бывает. Секунда! А, Антонов 59 здесь, нормально, позитивно. Я, кстати, в окне даже приколен. Русский. А, как раз передо мной ты в 5 секундах. Рофлер. Блин, ну пипец, я сейчас упрусь в трафик. Я вот, наверное, вас еще отпущу сильнее. 15 минут left. Так, ладно, это отпускает. Мне сзади Гарифуллин, потом Амир. Гарифуллин еще на быстром, мне надо как-то еще его не убить, не сафронов. Как много перемен. Погородицкий, ёкало мне, а. Ну а чё ты сделал, а? Ладно. Нихера себе, я в летун. ГГ, все круг засран. Тебе без дамага. Запросит меня сейчас сзади, чувак. Выпустить, наверное, надо где-то или уехать хотя бы от него. Где меня выпустить сейчас? Сюда не буду. Огород, едь, я тебя прошу. И давай в слепстриме поехали. Блин, вес, конечно, больше. Ой.
Сейчас надо не снести его. А я его почти снес. Боже, ну нафига? Я вообще не понял, что он сделал. Sector 2 is 0.45 off the pace. We're running on fumes, mate. Блин. Yellow flag. You're clear of the incident. Green flag. That's your fastest lap. Боже мой, время учит, пожалуйста. Или я так и осталось, типа, просто с кайфом. Это буквально чуть-чуть отыграть, это сразу кучу позиций. Да, да, да. Нормально, там из двух минут уже выходит. Бля, ну чувак, тебе так важна эта позиция, ух ты, награда.
Бля, ну чё он так кроется, как будто потом гонка, блин. Господи. Зачем? Просто я не знаю, ну, Миш, ты это видел? Нет. Как он это может видеть, если у тебя гонки нет? Ну это просто великопольский какой-то гений. Нормально, полторы десятки вез, ну, на траектории остановлюсь. А что не так? В чем он не прав? Боже мой. Эти полторы десятки мне бы пятое место сейчас дали. Ну, ты просто достаточно скилловый, чтобы раз, привозить. Егор. Заказал себе Элокса. Мощь. А ты же говорил, что у тебя денег на них нет, тебе не хочется 30-ку тратить. У меня жопа сегодня сгорела. Я заказал ручник. А секретал? Ну, потом. Я не могу катать ралли. Почему машины скользят так, я не понимаю. Кто сказал, что скольжений стало меньше? Так, Амир сзади на быстром, блин, ничего вообще окна нет. Что мне делать бы? Ладно, попробуем вот так. И в мут. Блин, он не ушел на другой свой круг. Ну, в смысле. И ты. Ну, сейчас меня ждет море проблем. Чувак! А, нормально. Оу, как я не попал сюда. Оу. Так, пофиг. Впереди что-то там разборки какие-то. Ух ты, ё-ма. Ты, по-моему, еще черканулся об стенку. О, как чувак этот прям сейчас. Через 20 ты кто? Мощь моя. Семенов. И Макаревич, и Виноградов. Да, два круга. Топливо ровно на два круга. Чувак, я отпускаю, спасибо. Пипец. Просто пипец. Ладно,
fuel left. Где-то мне еще лежит. Корович бросил. Пиец, тут буквально снять десятку, это просто куча позиций. Green flag, you're clear. Sector 2 is 0.7 off the base. Very little fuel left. Your front brakes are getting a bit hot. 2 minutes to go. 2 minutes. 14 уже. Боль. Sector 2 is clear. 14th. Your last lap time was 201.14. Sector 2 is now green. Нет. Нет, мои 4 десятки. Ладно, хотя бы 2 довести. Хотя бы так. Хотя бы так. Я все равно не собрал, у меня еще 2 десятки было. Ну да. Слабо, потому что. Да. Блин, а еще 2 десятки это топ-4. Это топ-4. Это топ-4. Еще мои 2 десятки. Тебе даже Антонов обогнал. Солдат не улучшился. Тебя Грифулин на БМВ обогнал. Саня пересекает черту. Сюда! Где он? Треть хорош! Сюда! Я мира переклонил. Боже! Там же слышали, да, шлепки по жопе сейчас были. Боже мой! Я тоже еще без 2 десятки. Я, короче, локнулся на спуске, потерял их 2 десятки еще. Мощь. Я сейчас просто все собрал, что мог. Сколько у нас ожидания до старта? 5 минут. Ой, офигеть, пукнул. Круг, а ну-ка, чё по секторам? Ламира лучше. Ну-ка, я сколько проиграл? Первый хорошо, второй как всегда, третий как всегда. Ой, у меня, кстати, расход больше, у меня расход 3.2. Ну да, 3.2, так должно быть. Чё будем пересчитывать? 103.4 пишет. А, я всю квал уехал на стриме с закрытым, типа... Для сетапа, чё ж никого нету, что ли, никто не сказал, блин? Даже функцию не показал быстро. Я 10-й. Мощь. Фу. Ну ты вообще пипец, конечно. Пипец. Ну я бы был где-то 5-м в лучшем случае, вот если бы я эти 2 десятки собрал. Скорее всего.
Ну все, теперь начинается самое сложное, не умереть. Кстати, ты сейчас виртуально второй, Багардис, скажи, не это. Ладно, все, надо сейчас не думать об этом. Не, а что Антонов вообще? Это человек, я не знаю, Антонов. Ой, я прям за Максом стартую. Егор, давай этот, сверим давление. Ща, какое оно у меня там? У меня 5-7, 5-1, 4-9, 4-5. Нихера, погоди, сейчас я свое выставлю, у тебя оно прям... Сейчас я свое накручу. 5-1. Сейчас я посмотрю. У меня 5-3, 4-7, 5-1, 4-6. То есть у тебя морда, да? Меньше, а этот... Том, я, что... наверное, сбавлю по одному. Вот у меня сейчас 5-2, 4-7, 5-1, 4-8. У меня 5-6, 5-0, 4-8, 4-4. Топливо. Я 105 залил. Я, наверное, везде камбер на два клика подниму. Ты что будешь делать с этим? Да ничего, наверное. Я же жопу еще на один клик, наверное. 60, среднее время. 1, 3, допустим, расход 3.2. 102 литра, допустим, 105. Так, и сюда залить, ну, где-то 100. Фу, пипец. Блин, какое крыло, 9-е? Ладно, я 9-е, я просто буду стараться доехать. Да, тоже 9-е, наверное. У меня сейчас такая ситуация, что надо просто тошнить. Может, тебя сейчас грохнут, как знать. Пипец, я так вспотел. А у Богорода чё? А, ну до Богорода, кстати, я бы мог попробовать. Ах, тебя нет, 0,07. Я, кстати, тебя вижу, ты не очень далеко. Так, ладно, надо быстренько сходить. Кстати, там Макс в моменте где-то высоко был, но что-то его сдвинули. Он что-то там четвертый почти всю квалу был. Так, да, ща я точно тоже быстро приду. Алло. Я тут. Так. А вот сейчас что-то будет. Егор? Я зашел к Максу Амиру, Амир сказал, меня дисконнектнуло, и я решил выйти. Серьезно? Не знаю, он сказал, меня дисконнектнуло. Ты у меня как стоял, так и стоишь. Ну я, короче, камбер на два клика везде поднял. Трекшн восьмой себе сделал. Поднял жопу на один клик. Девятое крыло сделал и ББ побольше. Ну камбер я тоже, наверное, тыкну на один вправо. Больше я не знаю, не может... буду менять. Наверное... Я, наверное, жопу на два подниму клика. Так. Блин, с богом. Да, с богом. Так, все, опускаюсь.
Сейчас я проконтролирую. Я, короче, всю квалу ехал с табличкой КФКФКФ на стриме. Хорошая легенда. 60 феписов имба. 70. Все, убралась. Вот он. 90. Нормально. Топ-8 ферки, кроме Антонова. Антонов на пол улево может себе позволить. Да. А, Тарасов спитов порешил, понял. А вот сейчас страшилка будет. Спецферка плавно стартует. Да. Блин, мне бы сейчас Богорода не убрать на старте. Он не на деньги его чё? Может. Антон Виноградов. Питов. Он тут что-то 40-м был. Чуть далеко он был. А, нормально. Трек лимит, no time gained. Я уже где-то У меня тоже уже НТГ. Это баг. Да, ну какая квала плотная была. Квала просто жесть. Вот все, кроме Антонова, очень плотно. А чё, у тебя плюс позиция за Тарасова или нет? Не-не-не-не, я как бы 10 остался. А. Блин, я не знаю, мне надо просто как-то сейчас выжить. И ну, тебе сложнее, тебе темп надо будет держать. Да, мне прям хороший темп надо держать. Хотя мне кажется, что Стрельников и Фотон будут пытаться прорваться, и у меня будет проблема тоже с этим. И будут проблемы с Гарифуллиным, скорее всего, с Максом, которые никуда не поедут. Мне нравится, что Макс на практиках не ехал и в квале резко поехал. Он хоть, как я понимаю, просто один круг типа хороший собрал, вот в начале как раз. Он там типа, я говорю, он половину квала и четвертый был. Или третий, что-то такое. Макс? Да. Леонер. Макс. Короче, с пипец будет, конечно. Ну, сердце бы еще удобно. Блин, знаешь, вот прям нервозно как-то, я не знаю. Блин, мне пофиг. Я отквалился на то место, которое я ожидал отквалиться, кстати, и чё я... А я не ожидал! Ну, я мог быть пятый, говорю, если бы я вот... Я залочился вот на спуске и пролетел. На прямой выход, да? Да. Я прям люто залочился, люто по прямой уехал. А, ну там, да, и там и выход испорчено все. Да. Я там сразу 2 десятки слил. То есть я вез там 4, по итогу довез. А ты довез в итоге что-то? Да, я 2 десятки довез, и я вот. Я с 15 места на 10 прыгнул и все. Я изначально был-то даже ниже тебя. Мне кажется, 9-й трек, это плохая идея. Мне кажется, 6-й надо так и оставить, ну 7-й может быть. Вообще резня будет. А я внутри, да, получается? Да, я внутри. Да, ты внутри, я снаружи. Внутри это хорошо. Там сзади меня Эмир, который опять, по идее, старт провалит. Блин, я уже половину водички выпил, понял? Да. Кстати, неплохая затея, чуть-чуть люблю. Блин, 2 часа. Блин, это прям сложно. 2 часа на горе, на ферке. Чё, ГЛХФ? Я на старт замучусь. Да. Да, может, лучше не мутиться? Типа, чтоб в случае чего типа, мы орали друг ладно, другу. Ладно, окей. Особенно для меня это актуально, поскольку ты впереди. Да я не думаю то, что у нас в топ-3 кто-то этот. Может, сзади, может сзади что увидишь. Если только я делов не натворю. Ладно, давай, удачи. Удачи. Блин, пипец, еще будет. Еще и на деньги сейчас все будут пытаться все отыграть сразу. Бля, Макс, где педали стартует? Амир, ну ёкала мэна, ну чё ты делаешь? Зачем это? Едем.
Макс Бомдракч. Богород уже с Антоновым рубится. Сейчас надо аккуратно быть. Left side. Блин, мне надо, чтобы они уехали. Не хочу за ними ехать в слепе. Бля, Максу помог, он две позиции отыграл, а я ничего не отыграл. Не рискуем. Блин, я искренне надеюсь, что Багородицкий поедет. Я так не хочу за ним в слепе ехать. На, солнце в стену заехал. Кстати, у нас 50 все пришли. Еще бы. Пипец от меня Багородицкий отрывается, у него крыло прям намного меньше моего. Я от Бэхи уезжаю, кстати, за Диаспотона. Так, отлично, солнце я проехал. Ой, что там произошло? Нихера себе, Ну что-то люто. Это для нас плохо, кстати, это прям очень для нас плохо. Офигеть, что там произошло? Это очень плохо, чувак, они сейчас все питы повалят и будут выезжать перед нами. Ты понимаешь, ты кто разбился там? Офигеть, от меня Богород уезжает на прямой. У него крыло... Мне кажется, пункта на 4 меньше, чем у меня. У тебя какой, 9 тоже? Да. У меня тоже 9. Я стену задел. На секунду. Нормально. Я в Гарифуллина уперся. К Максу подъехал. Нифига, солнце провалился. Сейчас любой приезд в стену, это сразу просто позиции 4, а судя по нет. Солнцу. Натуре. Амир, ну... Блин, я не знаю, мне кажется, крыло меньше делать, это было ошибкой. Наверное. С учетом, что никто не знает, как резина работает. Что-то желтый флаг. Да, у вас борьба, что ли? Что-то мы все собрались, такое ощущение. Ну, типа, Багородицкий с этим уезжают. Я возглавляю. Я что-то из питов выезжает. Отлично, я успел. Вот фотон не успел, поменим. Опа, контент. Нет контента. Да, крыло делать ниже, это было. Мне кажется, восьмой. Мне кажется, восьмой еще можно было на самом деле. Ну ниже. Амир на седьмом, по-моему, едет.
Два часа еще ехать, Омар чуть не сдох. Перед чем поставился. Сейчас его Гарифуллин обработает. Как родного. Ну ладно, зато на спуске никаких проблем нет. Да, в целом стабильно. Ну я сейчас люто сейвлюсь. Прям вообще люто. Особенно, что я в слепе. Седьмой трекшн попробую. Я на шестом еду. Охереть. А, это не Антонов. Я думал, это Антонов так далеко уехал. От Кубавы. Не, а где тормозить? Я Гарифуллин даже Макс сейчас не снес. Я думал, он сейчас полезет. Там норм три чела просто стоят на спуске. Вижу. Я Чернов. Кстати, там зачат за счет жесткой, по-моему, в наказании. Да, мы растянуться никак не можем. А что, ты уехал, что ли, со всеми? Я не могу понять, что за розовая машина там группа сидит. Я всех держу. А, красный таймер. Ну как, я не знаю, насколько держу, но типа лидеры уехали. Секунды на две уже. Я... Как я уперся в него. Я умер. Все. Где ты стоишь? А, пипец. Да хорошо, что тебя на трассу не выкинул. Ты чисто такой паровозик бы тут собрал. Ну продолжай, все равно я думаю, ты доедешь хоть до чего-то. Пипец. Ты сам или помогли? Сам. Я Шепарда в стену еще вогнал. У меня 40 секунд, а что мне делать? Ну, если 40 секунд, то пидится. Мне кажется, ты 40 секунд... Ё-моё, блин! Кример. Мне кажется, ты 40 секунд, типа, не это. Ну, не сможешь с ними ехать. Пипец. Просто пипец, а? Ну чё я за даун-то, а? Да ладно. Я думаю, ты ещё отыгрываешься, мне как-то ещё будет разложиться. Потому что я смотрю, как едет Гарифуллин, типа, ну... Он много скользит, как и Макс, как и я, тут все много скользят. Может, кто-нибудь скользит. Ладно, я, наверное, резину не буду менять. А, ну да, или резину не менять, чисто так. Хотя с учетом патча не знаю. Ну, посмотрим сейчас, что с тобой будет. Блядь, я не могу понять, это так не едет, или мы в Амилс в этого уперлись, в Макса. Боже мой, а. И белый флаг. Это круговой в кишке. Ух, ё-моё. Я Макс ошибаться начал. Нихера себе, там какой-то круговой контент он нам навез. Я 31-й. Но все равно в деньгах.
Ну там даже что-то не сумма, по-моему. До 30-го ты 30 секунд. Ну нормально. Что, где-то перед нами? А, ну тут далеко от нас, нормально. Вода, вода, вода. Я просто траву цепанул вот перед спуском. А, и полетел туда, да? Да, и это все смерть. Yellow flag, stay sharp. Я желтый, где? Я где-то перед лидером. Все, нет желтого, слава тебе, господи. Как же тут плотно. Еще круговые. Или круговой. Калефт. Still there. Clear left. Блин. The gap behind is now 1.3. That lap was at 202.85. Good consistency. Keep them coming. Так, Макса надо сожрать, Макса сожрать. On your right. Да, у него крыло меньше стоит, наверное. He's still there. Still that clear right. Да, сполезняк. Нихера себе, Макс, дерзкий. Ой, Грифулин ошибся, чё ж вы... Я ошибся. Да, недолго моя сказочка длилась. Эй, чуваки, побыстрее, пожалуйста, подъедут же. Кишки, и фотон в секунде. Кого-то ДТ хорош. Я сейчас чувствую себя на Porsche, у меня такое ощущение, что я могу проходить только за счет дайв. Каких-то диких, причем дайв. Боже, я чуть чела не вынес, нахер. Что ты делаешь? Это пропуск? Incident clear, green flag.
Я ошибаться начал. Ё-моё! Чувак, это такой момент. Белый флаг. Я, короче, в слепстриме за Грифулин выставился боком скоростном. И там потом по траве еще начал прыгать, еле-еле удержался там. Че, вашу эту Амир возглавляет? Да, мы все растянулись, потому что, не знаю, сначала Гарифулин и Макс заборолись, потом Гарифулин ошибся, Макс его объехал. Мы тут тошним по итогу. Желтый флаг впереди. У, теперь тут вообще ни одной таблички нет, чувак, понял? Вообще ни одной. Да как они умудряются их сносить? Не, ну как так можно было? В первые 10 минут же подохнуть. Причем, когда я тренил бак, я вообще не умирал. То есть мне настолько вообще пофиг было везде. Переволновался. Блин, ну факт. Вот я опять так же чуть не умер. Но там я хотел бы нормально... Грифулин теперь не едет никуда. И пройти я его не могу. Типец. Не, ну я еду, конечно, но... Хз, что из этого выйдет. Ух ты. Онлайн судейство. Ну это где-то впереди. Забал! Блин, пипец, просто пипец, чувак. Все? Ты тоже откинь. Блин, я нуфри его еще убил. Забал, я его не почувствовал в базе. 20 секунд. Где? Морда жопа. Блин, ну хз. Че, там много пострадало? Я 9-й. Тут очень много пострадало. У меня капот трясется. Я хз. Я ж на одной резине не проеду, час 40. Ну да. Ладно, попробую пару кругов проехать. Там такой завал был. Что там устроил? Не знаю, похоже, Макаревич. Если это Макаревич, то его просто в бан надо нафиг. Если нет, то нет. Если нет. Бля, чувак, там просто все встали. Что? Просто все встали. Вот круговой, тихо. Блин, как же хорошо то, что я этот... я вылетел за вот... Да. За траекторию туда. Я просто представляю, что бы там было. Если бы я на траектории был. Там просто, типа, реально весь пилотон сложился бы. Я еще попытался выехать, я еще Гарифулина подделал этого. Как его? Ануфриева. Я не почувствовал габарит. А я типа, я разбитый ехал, ко мне Шепард зачем-то в базу полез в кишку, и я типа просто, ну, его в стену немного отправил. Типа потому что у меня просто машина не управляется. Чернов, да, пиши в чёрт. А кто там, это, может быть, этот написал, организатор? Гижеленко. А. Да. Ну, кстати, вроде бы я даже с дамагом куда-то еду. Уже буду терпеть до питов. Ну да, ты типа вряд ли, наверное, отыграешь, если у тебя... Я не отыграю. Я не потеряю 2 минуты на этом. Ну я как был восьмым, так и восьмым остался, даже ничего не потерял. Ты разложился, что ли? Да, я разложился, я прям в тотал улетел. Саня разложился, а у нас давал бы, мы просто пробку встали, у нас все влетать начали.
Ну сколько повреждений, хорош. У меня 20 секунд. Ну я чиниться поехал, я сейчас 27-й. Егор, судя по машине, она получила хорошо. Да. А, Ануфриев чиниться поехал. Ануфриев был в начале этой заварушки. Неудивительно, что он поехал чиниться. Нормально, я уже 27-й. И Гапонов. Мне бы еще немного завалов. Бля, и солдатов пятый, он просто выжил. А Макс выжил? Макс, ну да, но он был впереди, но потом что-то опять в завал какой-то попал. Макс 208 едет. Что-то мне кажется, не выжил. У него машина. Ну, на этом круге он ошибся, сын, еще. Еще не его туда вытолкали. Ему пипец. Блин, я так по-детски просто умер, Миш. Блин, я сегодня сел покатать. Я думал сегодня проехать, ну, две Монзы, чтобы добить серию. Я проехал, покрутился тап на Мерсе, проехал 49.5. Понял, что я не хочу в это играть, все, и снял Регу. Хорош. Типа, синдром Айрейсинга начался. Это меня не тянет в Айрейсинге ездить. А чё, Егор, сколько вы едете теперь? Ну, и у меня последний круг 0.4. Причем блин, там... можешь попробовать. А никто на Ауди не катает? Тимур попросил на Ауди. Блин, надо с Тимуром начать ездить, чтобы он мне сетапчики подгонял. Ауди-то, наверное, не так сильно сломали. Блин, пипец. Просто сейчас понимаю, если я сейчас спокойно ехал, у вас там завал. Блин, Саня, ты в нем тоже участвовал. Да? Там, по-моему, было что-то как раз с Амира все это началось. Ну, Амир вон едет живой вроде. Ну, да. Да, Гарифулин битый тоже. Надо проходить его. Он сильно битый, если я так вот гоняю. Мне кажется, это просто BMW на баке. Не-не-не. Он быстро ехал на прямой. До завала. Я даже не накатывал. Да ёкало мене, а ну что это такое? Okay, Igor, да, он 0.5 едет. Ничего, его напрямую сожри. Ну, если я его не сожру, то это тошнит за ним, это пипец. Покажись. Два смещения на нормально передают привет просто. Да это насрать вообще. Чувак, это в грифоне. Он сейчас будет жать тебя. Ну, естественно. Ты чё думал, Егор? Это же профессиональный картингист. Ты чё? Легенда. Надо будет крыться во что бы то ни стало. Макс, похоже, машинка-то целее, либо я просто уперся в грифоне. Ты уперся. Хорошо. Спасибо. Профессионал. Тотал. Он в стену, он выжил тормоз и в стену там еще ушел. Зачем он тормоз нажал? Зачем он меня держал тогда, если он все равно стоит собирался? А зачем он тормоз зажал сейчас? На траектории. Ты хорошо ты типа ему был внутри. У нас вроде не битый. Да битый. А, да ладно, справедливо. Ну, я срую в пик-то пораньше, конечно. А, Гарифлин РТГ-шнулся, что ли? Да. Ну, минус один, кажись. Ой, еще там кто-то умер. Блять, ну Макс. Егор, конечно, возвращение. Ну, возвращение, да, возвращение шедевр. Ну, ладно, ты помешал только... только Макс. Потерял. Макс просто три позиции потерял сходу. У меня, по-моему, давал ему место. Еще 20 минут минимум ехать.
Боже, как же бесит эти круговые. Я просто чуть не умер из-за чувака. Мне пришлось отпустить газ в скоростном левом, вот который перед спуском, и она просто там ее чуть не снесло. Ну не, ехать ты не собираешься, да, чувак? Ну ладно, чё. Ты, ну я ж не проеду полтора часа на одной резине. Не, Егор, ты точно не пройти, надо терпеть. Ну, час 10, думаю, пройду еще минут 20. Okay, Igor, час 10 на одном байке проедет, что? Да. Серьезно? Она час едет, этот, 100 литров. Миш, посчитай, кстати, на час 10, сколько на топливо, раз ты у нас едешь. Блин, а где мой телефон? Сейчас все будет. Так, ну я 26-й. Так, по моим подсчетам ты гей. Ну расходу 3-2 поставь. Среднее время круга 2-0-3. 3 минуты. Так, сколько расход? 3-2. На час 15? Ну давай час 15 посмотрим, сколько будет. 122 литра. Прогрем. Да. Ну вот, как раз бак. Ну что-то она реально мало жрет. BMW, по-моему, под 4 литра здесь жрет. Да. Нет, 3.5. Блин, ну пипец, этим завалом просто всем гонку испортили. Кто ехал в топ-10? С 5 по 10, если быть точнее. Блин, у меня теперь еще та резина из-за того, что я там нормально так проскользил, я типа очень медленно еду. Мне сейчас больше обидно за то, что сложился не я сам, а сложили меня по факту. Я в той ситуации был пассажиром, и я сделал все, что мог, я зажал тормоз и все. Что-то мне это напоминает. Что тебе это напоминает? Ну, если ты сложился и тебе в жопу приехали, что-то мне это напоминает. Тебя? Да, например, арматур. Когда я просто остановился из-за машины, которую развернул впереди, и мне в жопу на полном ходу прилетели. Да, ну так то же самое было. Только я 20 секунд меня отделался. Хз, мне надо каким-то образом в 20-е заезжать. Там вроде 11-е, 20-е, 1500. Ничего себе. О, нормально, я 25-й уже. Еще кто-то в пятах. Подожди, а за топ-10 сколько? 2500 вроде. Короче, типа я ехал второй, я на 10к ехал, чтобы ты понимал. Нормально. Первая 20к. Типа, я ехал третьим, но Богородицкий от призов отказался, типа. Егор, это опять он. Допустим. Кто отказался от призов? Богородицкий? Да, Богородицкий и Тарасов. Типа, дарование этот. Молодым дорогу дали. Да блин, нахер нужно это копье? Да? Да, Егор? Да. Я, мне нравится просто солдатов. Он ехал за мной, и после завала четвертым стал. Это ему так портануло люто. Блин, мне так интересно, что у вас там произошло. Это что, пробка какая-то? Еще мне кажется, что это кто-то устроил там либо Ануфриев, либо Амир. О, сзади завал, отлично. Блин, надо больше завалов. О, нормально. Там. Санечка, а ты где, погоди-ка? Я 25-й, я вот сейчас напрямую еду. Вижу тебя, все, слежу за тобой. Все, ты на мушке. Ой, ну да, плохо, надо пораньше в пяты рулить. Ты скользил, что ли? Или это за повреждение? Да.
Чисто повреждение, я вообще не скользил. Я просто затормозил и все, и начали собираться. Блин, пипец, мне по резине плохо, конечно. Давайте, ребята, больше завалов. Мне, ну, мне нужно топ-20. Серёгин сильно битый, похоже. Как и мы все тут. Почему я разложился в самом начале? Вот было бы нормально, если бы я хотя бы разложился в середине гонки. Я бы типа... Ты успеешь, Сань. Не торопи, сейчас все будет. Да-да-да. Так, надо, короче, у вас на второй экран вывести. Чувак, ты такой даун! Извините. Извините за оскорбление. Я, ну, Макс сейчас ко мне подъедет и опять начнет, блин, обгонять меня. Просто потому что у меня морда целая. Да, Серёгин, что-то вообще плохо. Я вообще Серёгин плохо. Что ты мне сделаешь, за мат извини. Да, там всех он нормально пустил. Okay, Igor, the next car is Sergeant. Sergeant. А вы знаете, что Серёгин это Sergeant? Он что, новый аккаунт зарегал? Он что, реально новый аккаунт зарегал? В смысле новый аккаунт? Ну, на ЛФМе? Ну, не. Тут скуканов. Его же забанили там, с концами. Да, чувак, ну мог бы и уйти, ты тут, ну... Блин, с концами, чувак, это до нового аккаунта. Просто, блин, какие они тут все умные, я в шоке. В чем была проблема сразу пустить там напрямую? Сюда всего этого. Ну, Серёгин вообще пипец плохо. О, нормально, еще один в пятах. Чувак, я чувака снес к чертям просто. Ну что ты делал, а? Ой. Да, конечно, гонка в Батуште не могла быть скучной. Ну камон, чувак, типа серьезно. Миш, хочешь эти задания, да? Персонально? Нет. Я все равно дам. Иди у Макса спроси, сколько у него дамага. Да ты чё, угораешь, чел? Ну, Серёгину точно херово. Причем, похоже, все на морде. Блин, я не знаю, я тоже как можно раньше, наверное, в боксы рулю. Хотя, блин, надо час точно терпеть. А во сколько там, в час 20, да, надо ехать? Чтобы 120 литров или сколько? Вроде да. Или во сколько? Или в час 15 минут. В час 15 вроде. В час 15 еще 10 минут. Я надеюсь, я сейчас Серёгин не успею догнать. Ну как ему плохо, мне прям жалко его. Прям очень плохо. Так, нормально, вот уже, кстати, 22-е в 9 секундах. Неплохо. Не, если я заеду в топ-20, то, типа, я там свои 1500 получу, мне будет нормально. Да, Серёгин аж сюда не попадает, на тормоза жмёт. В натуре, Миша, иди спроси, сколько у Макса дамага. Пожалуйста. Кажется, мне сейчас зайдет, там Макс просто орать будет. 15 секунд. Сколько? 15. 15? 17. А, 17, как у меня почти. У меня больше все равно. Ой, не та галка. Так, где 208-я машина? А, вон 208-я машина.
Блин, Серегина реально жалко, ему похоже досталось вообще пипец. Что ты за ним не едешь? Не моргаю ему, кстати, потому что мне на торможении фары начинают моргать. Токсик получаешь. Токсик. Минут 20 секунд, ты нас пипец отбросит, конечно. Да, ну вы там все поедете чиниться, чё? Ну да, но вопрос кто больше. Реально моргаем на торможении. Город, а ты зачем Ануфриева убил, кстати? Я не убивал я его, господи. Я хотел его объехать, он меня повернул. Таня, зачем ты разложился? Все из-за тебя. Ты ехал, все нормально было. Да, все, на морде у меня прям вообще капец плохо. Чувак, я тебя не хочу убивать. Давай его заколебал уже, наверное. Твои люстры. Сейчас я его не догоню опять. Ой. Миш, ты на сколько топлива считал? На час 15 или на час 20? 15. Ну, пока начнем отыкивать. Вон все натыкали. Блин, поскользнулся. Блин, пипец, резине плохо, конечно. Просто то скольжение мое. Что, будет Макс мне помогать? Будет. Мой-то солнышко-то мое. Господи. Да-да-да-да-да, давай. Солнце-то мое, Макс, просто солнце. Просто солнышко-то мое. Помог мне. Все, поехали. Че, вы прошли его? Угу. Причем прошел только я. Макс мне помог, как обменялись любезностями со старта. Солнце в шестым оказалось. Он же такой же был, как Стрельников. Просто всех возродили из пепла. А ты какой? Я седьмой. Так, это значит мне еще что-то в районе 3 кругов. Надо это с прогревом, да, еще 120 литров, то есть это прям вообще гарантированно. На 115 минут. Ну, на 115 минут, ну, в смысле, на... Ну, поняли друг друга. Там прогрев включен у тебя? Да, я же тебе сказал. А, да? Так. Ты что ж такой глупый-то, сука? Ой, господи, я не успеваю обрабатывать тот поток информации, который у меня имеется. Так, прогрев это примерно круг, ну, условно, просто, чтобы еще запас. Это значит, можно 115. Где-то, да, на 116 уже заезжать должно хватить. Да, ну это два круга по-любому. Поехали, что. Пипец, плохо мне. Ладно, надеюсь, в топ-10 я хотя бы останусь после ремонта своего.
пипец, таким тупым завалом просто убрать половину топ-10. Просто на ровном месте. Интересно, успею я уехать сейчас от Серегина настолько, чтобы это... Он потом меня не догнал. Так, сколько у нас градусов? 32 только растет, надо будет снижать. Просто сюда не поворачивает. Ну все, я не знаю, у меня никуда тачка не поворачивает, резины просто нету. У меня полмашины нету, чё. У меня капот еще трясется прям. Да, вибрирует. Короче, я тоже раньше поеду. Ну я вот еще два круга, наверное, в пяти поеду. За лютом 119 примерно. Макс впереди выйдет, причем сильно впереди. Если у него 17 секунд, то у меня аж 23. 6 секунд. Ремонтироваться полностью? А? А Саня? Да. А какой темп сейчас у тебя, Сань? Да у меня говно, 2.03. 2 секунды. И то высокие. Как тут там стоит? У меня прям очень плохо по резине. Вот сейчас вообще 2.04. Здрасте. Да, я, наверное, еще круг, чтобы гарантированную поеду. Поеду в пит-стоп. Нормально, 612. Надеюсь, это за позицию там кто-то разложился. Астон какой-то был. Егор, наверное, еще два круга. Два круга? Ага. Так, чтобы наверняка. Ну, если ты на 115 считал, то плюс прогрев-то. Спасибо. Да, я считал на час 15. Макс помешал, ладно. Да. Ну, если ты считал на час 15, то мне еще в пятак стоять. Ну, то есть ты считал на 60... На 60 плюс 15. 75. Ну, пересчитай сейчас по шустрому. Я уже пересчитал. Ну, все совпадает, да? Могу на этом ехать. Да. Я залью 119, и у меня прогрев, как раз сжигаем, ну, 5 литров. Я просто вот еще думаю, расход, типа, такой, это нормально? 3-2? Или он маленький из-за того, что ты битый? Нет, это нормально. Нормально. Это нормально. Clear left. Yellow flag. Нормально, все выжили. За позицию было, нет, это было не за позицию. Ну все, на этом тогда поеду. Ну залил вот по 19. Так. Надо какой-нибудь экстра новый комплект, который никогда не юзался. Так, раз, два, три.
52 секунды буду стоять. 52. Ж пипец. Ну да, я пока в пятах отстаю, это, мне кажется, довезу еще. Чувак, а ты норм меня жать? Супов какой-то. Табличка сбита. Табличка на пятах нет. Не, знаю, Егор, я заезжал туда. А, там реально нее там еще тогда не было. Да. Блин, а у меня нет скорости напрямую, я его не обгоню. Чё мне делать с ним? Отталкиваешь его в кишке в попец. И нормально. Отлично, в пятя попал. Поднимай, господа. Все. Теперь мы 50 минут отборно чилим. 50 минут, да. Ой, 50 секунд. 50 минут это жестко. Ой. Блин. Блин, я, наверное, тоже в боксе рулю, слушай. Ну, залей просто 119, все. Даже полный бак залью, потому что я сейчас, меня сейчас сдерживают, у меня резины нет, ничего нету. Полный бак, починю эти 4 секунды. Все, я 20-й даже так, мощь. Все, полетели. Я надеюсь, у меня потом сильных проблем с резиной не будет. Че, я попал? Попал, ошалеть. Блин, ну я не знаю, короче. Ты сейчас какой? В пяты заехал, сейчас пока 23-й. Не, я 120 литров даже не тренил. А, нормально, слушай, я... Она топливо сожгла. Я 25-й. Я только две позиции за весь пит потерял. Неплохо. Вот у меня Сямов 9-й, без вопросов, все. А? Так я говорю, там все топы просто откисли до этого. Все, просто без вопросов. А Нищенко едет, господи. А Нищенко это кто? Что-то знакомое. А ты не... Ты угораешь? Я не знаю. Тоже чел из НН. Маба. Блин. Это чел, который на 12 часах Маунт Панорамы начал разворачиваться и вынес лидера. Возможно. Не помнишь, что ли? Да. Первый номер. Кайфом кто-то в стене стоит. 320. Это 23-й. Офига, это за позицию. Блин, как она рулится по-другому совершенно на это, на баке. Я вообще пипец. Да. Здесь мне плохо, конечно, на полном баке. Неплохо. Left side. Clear left.
Нихера себе. Это Аляпин. Спасибо. А, Нищенко сейчас похож на призыклая. Или по белой машине. Он в ней был. Это один из первых, кто туда пришел. Да когда волк влюбнул за НН. А, я знаю, что за Нищенко. Я даже с ним общался, по-моему. Тихо, не умереть. Тихо, нормально. Я срезку на батурте поймал, можете меня захейтить. Чё тебя хейтить, ты так полный жопа, как и я еще в целом. А ты сейчас где, Егор, находишься на треке? Я на... Ну, почти в конце, ну, в середине первого сектора, давай так. А, понял. Ну, тут далеко, тут очень далеко. Да. Ну, я в минуте где-то. Какой у тебя темп на баке? Да, блин, пока... У меня 0.42. А все, Земов уехал, найс. Желтый 612, это 5 Астон. Это как страшно, когда вот эти вот начинают все выезжать. Здорово, народ. Ё-моё. Ну, чуваки, ну... Ну зачем? Ну ты мог же уйти уже на 300 раз. Спасибо, чувак. Боже, какие они все сложные. Я вот не могу с них. Блин, единственный чел, который меня сейчас просто пустил, типа, за секунду. Спасибо ему. Террасин, да без проблем, без проблем. Мне кажется, я что-то неверно делаю в своей жизни. Погороди, сказал сразу. Позитивно. Ну ты же не будешь на меня нападать. Спасибо тебе большое. Okay, Igor, there's a car exit in the pits, heads up. 0.62. Темп? Угу. Ну я пропускал еще тут. О, Азямов передо мной выехал. Понимаешь, насколько? Насколько у нас все было плохо, что он передо мной выехал. То есть он так был позади, еще и не едет никуда. Ходить его придется. Без вопросов, абсолютно без вопросов. Не маски мне бывает. Не, ласлап 2.03. Ну, в смысле, короче, 2 секунды 30. А, Серегин! У него очень сильно все плохо было. Его убили там секунд на 30, если не больше. Мне кажется, больше. Его, мне кажется, секунд 40 было. Тарасов передо мной. Тарасов, который с питов стартовал. Но он даже... так еще не был. А, возможно. Невозможно, а точно. За всех шаришь на районе. Да. Ну вот я догнал Азямова. Вопрос, как проходить? Да. Потому что Порш сейчас напрямую быстрее, у меня девятое крыло. Да ладно, если учитывать, как он едет, наверное. Ну, я в стену, короче, заехал. Ну тоже 3-0.
А куда? Ну, чувак. А я не знаю. У меня минута ремонта. Опять? Вот это я молодец, конечно, да? А все больше. Я не знаю. А, он пустил меня. Спасибо. Кариныч какой-то. Зря на тебя токсичил, получается. Ну все, я не знаю. Можно просто не ехать дальше. Что, даже 500 рублей? Где ты еще заработаешь 500 рублей, задумайся. Ты же не на заводе работаешь. Что-то меня несет. А где все это, на море? Да, это да, у меня минута ремонта, я сейчас и резину поеду менять. Позор просто. Ладно, все разбивались на горе. Ну, видишь, у меня сейчас расход 3.2. Я тут уже несколько кругов проехал, 3.2. Макаревич. Ну, Паша точно не питился, Федянин. А вот Амир питился, он 9. Позор. Интересно, мне будет давать штрафы за Макс, там за... Макс сейчас протест подает, конечно. А там, по-моему, без протестов дают. О, Макс выехал в 4 секундах. Если Серега меня догонит, 8,5 секунд. Конец. Нифига себе, Макс пропустить их решил. Чё, тошнить будем, что ли? Ё-моё. Нихера. Я 30-й. Боже мой. Почему у меня на практике не было вообще проблем? Догоняю, уже догоняю. Ого, поехали. Ух, ё-мо. Да, Макс, я обогнал. Было очень стрёмно. Пробую ехать от него теперь. Ну да, вот сейчас у меня 100 литров. Считай, как будто бы гонку стартовал. Halfway into distance. Okay, Igor, we're halfway home. Fuel's gonna be tight. We're not sure you'll make it to the end. The gap behind is now 1.1 seconds.
Че, Егор, ты какой? Я 14-й. Ну, это пока что еще не все в пятак были. Ну, ты в десятку, мне кажется, точно заедешь. Я пока что виртуально вроде в 9-й. Не знаю, что мне по резине будет. Миша, можешь посмотреть, что за топ-30 дают? А где я это посмотрю? Дискорд Crazy Fly есть там? Так он его там нет, Миша. Ага. Ух, ё-моё. Так вот так делаю, резина болеть не будет, как сказал Балек. Ефимов, Ефимов, Ефимов. Прошел, да. Я 8-й, Стрельников 7-й. В 4 секундах. Ну да, я иду вот каким был завалом. Факт стабильно. Пятнадцатая машина. Еще кто-то. Знаете, где вот он стоит там? Ладно, передо мной лидеры будут разведывать обстановку. Ё-моё. Норм стрём. Блин, мне больше всего стремает, что мне штраф еще могут дать. Поэтому я так еще неизвестно какой. Окей, Игорь, you're reeling. Сталин in. The gap is now 2.5 seconds. Почему он Стрельникова считает как Сталин? Почему? Уже второй раз. Не Стрельников, а Сталин. Кто еще о ком? Вот он, инженер у меня читает по-английски. Стрельников, Сталин. Китайский. Он что-то знает. Опа, Богородицкий в пяты поехал. И это тоже в пяты поехал. On your left, clear left. Остальной способ пропуска, ну допустим. The leader, Antti Niori, is pitting. P8. Lap times are pretty consistent. О, Волков. Совсем позабыл. Я Волкова объехал, я 7-й. Отлично. Пусти, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, я накатываю. Спасибо большое. Clear right. Clear right. Да, солнце очень далеко. Кто бы знал, что это авария Солнцева спасет ему жизнь в дальнейшем, блин. Теория заговора прям. Ой. Мне 90 литров хватит на 55 минут, интересно. Мне 99, Егор, точно хватит. О, нихера себе. Блин, я на кругового засмотрелся, я идиот. Ой, я идиот. О, пипец. Чё такое? Ой, это, а чё?
Егор, ты что, тотал? Не, я не тотал. Блин, Сереги напустил. Пипец, и десятый. И Волков сзади. А! Ладно, хотя бы на гостине просто развернулся. Неплохо я стену цепанул еще. Я, короче, засмотрелся на кругового, пропустил точку торможения и полетел там по прямой, испугался, что доеду до стены, нажал тормоз и все. Сразу потерял машину. Блин, пипец. Был седьмым. Два остальные опять это место. Yes. Как сейчас я Серегина не вынес. Просто магия. Блин, вот нахуй хер я пропустил эту точку несчастную. Чувак, вот в чем проблема? Просто пустить меня. Хочешь, невозможно. Ну просто в чем проблема? Пустить, потерять полсекунды. Да, едем на серьезном лице, Миш. Как ты? Особенно Саня. Просто тут на трассу зашел. Угу. Ведь если я сейчас уперся в Серегина, то это мем. Что ты делаешь, блин, чувак? Просто пусти меня. Come on, pass him already. Green flag, sector 3. На Серёге на сержант. Вы знали? Дошел, да. Мы гордимся тем, что у нас менеджер заходит на нашу трансляцию. Я что, опять точку пропустил? Да. Sector 2, yellow flag, stay sharp. That lap time was 203.18. Car right side's clear. We're clear of the incident, green flag. Hold your nerve, just keep it smooth, no mistakes.
incident in sector 3. Sector 3 is yellow. Green flag in sector 3. Где Макс? А, ну Макс не так и далеко. Мы бы доедем под конец, если повезет. Ладно, он очень далеко. Ох, Серегин дрифтанул душа. Ну чё уж ты? All right, Igor, keep an eye on the pressure. He'll make a mistake. You've just done a 203.13. Как меня бесит, когда вот так делают. Ну это законно. Stay close. Keep the pressure on. Хорош. Heads up, there's a car exit in the pits. Okay, Igor, don't let this guy distract you. Sector 2 is yellow. Last lap was 24.00. Green flag in sector 2. Fastest lap for Antinori, 201.47. Знаете, как он Антонова читает? Антинори. Хорош. Да вот куда его сейчас шорох тут навел. Как все выжили, я не знаю. Ох. Блин, ну конечно, когда так, такой разный класс у пилотов, это очень сложно. Угу. Если не на одной трассе, потому что нет, у нас полные инвалиды. Амира просто сейчас чуть не снесли в тотал. Офигеть. Где? Чё это?
перед этот, перед спуском. Просто в него чуть круговой не влетел на скорости, я не знаю, 200 где-то. Как я мог пустить точку, не понимаю. Тупо ошибка третьеклассника. Блин, Егор, у меня два тотала, это ошибка третьеклассника. У тебя первоклассника. Ну да. Ладно. Yellow flag, sector 3. Sector 3 is now clear. Догоню. Incident clear, green flag. Он тоже вслепил. Yellow flag. Опять что 12 у нас, блин. Все объехали, повезло всем. Exiting the pits, heads up, don't be distracted, defend your position. Green flag in sector 2, that lap was at 203.56. Okay mate, watch for a mistake. Егор, ну, ты сейчас на какой, на седьмой претендуешь? На восьмой, в лучшем случае. С учетом, что Багардинского дисквалинки. Ща. Блин, нихера себе он куется. Бля, ну чувак, ну мы столько за тобой теряем, ты бы знал. Восьмое 3000, Егор. Вот, посмотрел. Девятое 2500, десятое 2. Я сейчас на 1000 еду, если еще раз не затотались. Амир на десяточку едет, если Богородицкого дисквальнет. Ладно, если Багардинского дисквалинут, я претендую на седьмое. 3500. Ну, сейчас я 10-й в лайве. Тут 1500, по-моему. 2. Ну, плохо. Я говорю, как ты планируешь потратить эти бешеные суммы? Офигеть, Амир опять чуть не убрали. Там Тарасов разложился. Егор, что, в крипту вложишься? Конечно. Или в нефть? О, Ануфриев 23-й. А чё Порш такой быстрый на прямой? Прикол такой. Ну, а Порш теперь такой. То есть, чуваки тупо сделали 3 новые машины, и теперь все на них ездят, да? Да. Тут он на бэхе отлично. Пытается. Отличная мета. Я вижу, как BMW едет. Ну, тут же ехал, как его грифун. Угу. Тон едет. Доехал и смотрю, да? Как, насколько же он тут медленный, я просто не могу.
Подожди, а кто-нибудь квалу ставил сегодня? На CGT. Как все любим, ничего от нас не уехало, блин. Он постоянно ошибается, догнать не можем. По-моему, мне кирдык сзади. Да. Left side. He's still there. Clear left. We've had a cut warning. Keep it tidy, please. Eagle car left. Опять контакт. Для 11. Clear left. Шпос. Ой, блять. Да. Контакт с кем-то или со стеной? С дерьмом. Ну, типа, дерьмом. Я начал пробовать обдержать, ему надо было со мной побороться, ведь машина быстрее всего на секунду скрыла. Да, слишком много стоит ошибки в виде пролета. И все равно я остался позади Азямова, как мне его обгонять? Сколько дамага? 2 секунды. Интересно, первый раз пустил, второй раз решил всю, жестко побороться со мной. В чем суть? Егор. В данный момент Тимур топ-1 на завтрашний индюр. Бывает. 44-0. Чуть медленно. Макс 45-1. Ну то я знаю. Там есть вообще кто-то? Кохлачев, Гапонов, Женухин, Астон 3, Астон 4. Короче, да, понятно, Астон 4, значит, никого нет. Что-то мне подсказывает, что завтра машин 10 поедет. Как хорошо то, что мне никто не вписал туда ехать. Блин, а что тебе? Прокатился ли? Были гонка лайтовая, чё? Да, да. Ой, как-то жестенько было. Ой, как-то очень жестенько. Что такое? Егор убрал его. Егор просто его стер, озябал. Это точно штраф будет. Это точно штраф. Егор, тебе стыдно, я надеюсь? Очень. Просто ни за что его в стену вогнал. Место тебя оставил. Что тут, да, его? Две позиции, понимаешь, потерял за тебя. Нормально. Я тоже потерял там. Мы за ним потеряли столько, что типа... Полчаса еще ехать. Уже просто доехать. А там с 11 по 19 одно и то же, да, все? Да. Или тогда насрать. Ты 10 и 9 сейчас. Ну, виртуально. А что, Егор просто снес его? Ну, не то чтобы снес, просто небольшой контакт. Егор его просто контактом вынес в стену. Причем контакт был сейчас еле-еле. Чувак, машина... Да, да. Сейчас в стеночку заехал нормально так. Да. Капец. Я вообще виртуально был каким? 5-м. 6-м. Какой Макс, кстати? Макс 7-й. То есть 6-й, да, будет? Right. Это что, эту точку пропустил? Still there. Clear right. Везуха.
Не знаю, ну сколько за этот контакт дадут. После последствий не рассматриваю. Ну че с колесами стукнулись, он подпрыгнул, в стену улетел. Да, Егор. Внутри колеса, чтобы по зубами стукнул, ну либо у машины не удержал, посмотрим. Егор, ты его выдавил на траву, и он просто в стену уехал, отвернул от тебя. Уже жесток. Опять 612 минут. Посчитай, хватит 58 литров на 32 минуты. Да хватит, Егор, 100, если хватает на час. Значит, 50 хватает на 30 минут, а 58 на 32 точно хватит. Ну, логично. Короче, ладно, нормально. Мне кажется, я-то Демова уеду так, что даже относительно него позицию не потеряю. Если опять не косячить не буду. Потому что он уже 5 секунд не слил. Да, Егор, может из-за того, что его в стену вогнал. Блин, чувак, он так не ехал. Абсолютно. Мы от него избавились, поехали просто на 1.5 секунды быстрее. Че, чел, до кишки пропустишь? Че какой-то? А, все! Никакой. В стене. Сам? Ну, типа, я не знаю, блин. Просто жесть. Маунт панорама не моё. У меня 1.5 секунды ремонта. Ну пипец, я не знаю, просто пипец. Может, 1.5 минуты? Да. До 1.5 секунды как-то очень жестко звучало. Что-то крыльто чувствовал. Не знаю, ну просто не мое маунт панорама. Типа, квальнулся нормально, но... Белый флаг. 5 часов 12, да ё-мо. А, слушай, я скорее всего даже так останусь с этим в тридцатке. В тридцатке тут останешься. А я типа 27-й еще? Ну как я еще могу сказать? Кроме как избавились. Ну так получилось. А, ну да, все, я нормально, я в тридцатке буду, если еще раз не разложусь. А за тридцатку сколько дают? 1000. Нормально. Блин, такой позор просто, такой позор. Я 9-й. Волкова просто в стену вогнали. Бывает. Окончательно бесповоротно. Просто позор какой-то, такой позор. О, Егор, ты проезжаешь. Ты на какой круг меня обгоняешь? На третий на уже? На второй или на третий, да. О, боже, просто позор. 3 тотала за гонку. Слушайте, зато на третье место квальнулся, как бы. Да. Блин, тебе может надо было в натуре просто валерьянки выпить перед стартом? Типа, это не шутка. Просто чтобы у тебя лишние эмоции ушли. Потому что вообще весь на эмоции был наставить, может из-за этого сдох.
Да скорее всего, типа, я прям очень нервничал. Я типа понимал то, что если я так доеду, то у меня десятка будет. А надо было не задумываться о деньгах. Да, надо было не задумываться. Ромка Великопольский. Ну, я 28-й. Я одну позицию потерял. Это же насколько там все плохо в конце пелотона, что там... Вот настолько, Егор. То, что я заехал, 2 минуты простоял и потерял одну позицию, да. У нас если сейчас кто-то из топ-3 условно улетит в стену на минуту, это все. Это он мне топ-10 будет сразу. А, спасибо, чувак. Это никакой... Просто типа чел пускал перед спуском, а я вовнутрь полез, типа, ну и там все. Я какой-то гриб поймал и улетел. Грибочек. Почему именно гора? Вот можно было все дать для меня, но не гора. Блин, гора это один из самых скилловых треков, ну такой типа, на аккуратность. Ну да. На нем даже если ты задрочишь, то тебе пока ничего не дает. Кроме, ну, скорости. Потому что стабильность ты хер заработаешь. А Волков сошел, и впиты просто с рулем. Интересно, что у меня будет с этим комплектом? У меня ощущение, что он в труху просто. В этом ничего не осталось. Здорово, Дэн. Сейчас на примете прочитаю. Ух, ё-моё, нихера себе. Черкнул. Я, может, еще от Уварова уеду. Да, здорово. Короче, я шел какое-то время пятым, потом пролетел нахер по прямой в траву, в гравий. И вот сейчас я 9-й. Попутно я убил человека. Да, если интересна тебе моя история, то я ехал 3-м и уже 3 раза затоталился. Ну сейчас он уже 3-м не едет, он где 30-м. Да. 28-м, Егор. Прошу заметить. На скиле, на опыт. Что ты мои эти достижения принижаешь? А сколько за 9-м? А, за 8-м я сколько даю? Смотри, если за 10-е 2, за 8-е, по идее, 3. Отлично. А, завал в кишке еще, кстати, был, да. Который очень люто сыграл против всех, кто был в топ-10. И сыграл люто в тех, кто был в топ-15. 11-15, потому что потом был сзади меня аж. И сейчас он едет 4-м. Короче, все умерли. Да, все умерли. Просто. Yellow flag, sector 2. Никто не выжил. Просто. Yellow flag. Incident clear. Green flag. Не, ну вы понимаете просто степень этот сочувствия ко мне, то, что меня Шепард, которому я не знаю, круг или два проигрываю, меня пропускает. Который ты еще грохнул. А, кстати, да. Блин, ну типа. Поэтому тебя пропускают. Одного раза. Не, ну типа. Ну а куда он два в ряд лез в кишке, если у меня машина не рулит? Поэтому ты его снес. Да? Отличное оправдание. Мне просто захотелось снести всех. Угу, ладно. Я. Просто снес, потому что мог. Вот Саня рассказал свою историю, почему он так откатился. Я может, еще Туварова уеду.
от штрафа. Да, бабки, это лютый азарт, потому что все просто начинают чудить. А у кого-то нервы начинают сдавать. Да, интересно, кого. Егор, не знаешь, что таких людей? Нет. Да, господи, Кус не очень едет. Гордиться тем, что ты впереди курса, ну как бы. Честно, так себе достижение по нынешним меркам. Короче, Егор унижает Санечку, я понял. Да ладно. Да блин, меня справедливо унижать. А у меня предстоит 15-я рейка в сетапе, у меня такое ощущение, что она у меня уже 17-я. Бля, вот это боба просто отборная. Такую бобу еще заслужить надо. В натуре у меня такое ощущение, что у меня рейка 17-я стала с 15-й. Настолько она перестала рулить. На Logitech я еду просто мертвая зона, плюс-минус 15 градусов. А ты на Logitech ездил? Ездил. Когда? Drive for GT у меня был. Реально? Да. И нож? Вот и. Тут не должно быть. Блин, извините. Да, хватает топлива. Егор, а почему не Т-150? Объяснись. Блин, потому что по тому времени, сколько стоил Т-150, сколько стоил Grand Ford GT на Авито, это типа, настолько цены просто разнились. За одно и то же считай. А почему я только сейчас узнаю то, что у тебя был Grand Ford GT? Я говорил несколько раз, просто глухой. Ну, объяснись. Почему я узнаю об этом вновь? Я еду на серьезном лице и узнаю об этом только сейчас, Егор. Объяснись. Также Миша сейчас в чате. Объясняется, да? Конечно. Не, слушай, часто в целом она выживает, но не больше. В целом, я могу гордиться собой, что у меня получилось сделать стаб, который тянет резину часа, больше ее не тянет. Ты молодец. Сделать стаб, Егор, ты не сделал стаб, тебе скинули стаб. Меня скинули, но я покрутил его сильно довольно. И я тебя скрыл. Прости меня, пожалуйста. Что ты сделал, давай. У меня полностью она поднята, ну, 9-е крыло на обоях. А я, кстати, не менял эти, как его. Егор, то есть ты это скрыл от меня, да? Чтобы я затоталился. Да, все было просчитано, правильно понимаю. Ненавижу. Еще у меня стабилизаторы 4.3. А не 3.3, как в стапе. Ненавижу. То есть это просто... Будем честны, у тебя проблем не только в стабилизаторах. Укол уже ты поставил, молодец. Просто у меня машина стабильнее за счет этого едет. Так все. Вот самому надо было крутить. Я же тебе сказал, заедь поменяй. Все, Егор, давай едь. Смотри, там не затотанься. А то стабилизаторы 4.3 могут не помочь. Что-то обиделся, что ли? Да. Ладно, тебе призовы дадут, все, наверное, все хорошо будет. И Саня по честному темпу Куса обижает. Чё?
Да, я тут тебя против куца это поднимаю наоборот в глазах общественности. В виде Миши и Дана. Молодец. Ой, я, кстати, куца догоняю. Прикиньте. Так он. Горжусь. На два круга меня обгоняет. Ну, кого это волнует? Никого же? Как он едет? 2.04.5 убийца. Просто 20-й комплект. Что там будет по износу? Мне кажется, там в один уйдет. Кто третий едет? А, Мир, а четвертый? Стрельников, что ли? Нет, Стрельников. Кто четвертый? А, солдат. А, фига. Почему я фамилию вспомнил быстрее, чем его никнейм? Потом Солнцев, Макс, Дэн, Стрельников. Пустил Макса, приколи. Макс шестой. Сейчас виртуально пятый. Мощь. Ну, спасибо. Я уж хотел моргать. Блин, от Увара бы уехать, я бы на 5. Три у меня там. Лютый, да? Угу. Сколько едешь? 0.3. Хорош. Sector 2 is clear. Это все из-за того, что, Егор, у тебя стабилизаторы 4.3. Ну да. И воздуховода 4.2. А, 3.2. По-моему. Взял втихую от меня просто весь сет перелопатил. Я у него спрашиваю, чё ты меняешь? Ничего. Только давление. Но ты не чувствуешь, что это было сырое несказанное? Я же прям шутил в этот момент. Давай, все. Зато у Амира спросил, может, тоже только давление меня. А ты не знаешь, что типа стабилизаторы одинаковые? Это очень так себе занятие. Я не знал. Блин, я даже туда не смотрел, если честно. Когда у тебя стабилизаторы одинаковые, у тебя тачка нестабильная. Ну сейчас Михаил Розенту, великий картингист, нам расскажет про это. Давай пиши. Поподробнее. Он как кусу не забудь написать комментарий, Вардо, какой ты картингист. О, кто-то разложился. Sector 2 is yellow. Okay, Igor, relax, focus, keep it smooth. Sector 2 is now green. 15 minutes left, that's 15 minutes. The gap behind is now 3.8. Ну так ты шаришь, что у нас на спутерстве больше, чем мы за рулем. Да. Ты должен это знать. Чем я за рулем, Егор, нет. Да, поэтому... Миш, вот как ты объяснишь мои 3 тотала? Вот если чисто по-картинговски. Сейчас он напишет. Сейчас он напишет, да. Лох. Ты же в картинге тоже, наверное, тоталы случаются. Ой, я как на там мазируй кучу, конечно. Вуар, блин, плохо. Нихера себе мультик.
миру, обсираю уже где-то минут 30 примерно. А я сколько? Три круга. Ладно. Мы все отыграем. Смерть в картинге случается один раз в жизни. Да? Смерть в картинге попал. Что это за цитаты пошли? Готов в картинге случается один раз в жизни. Извините, запутался. Я просто перефразировал то, что Дэн написал более короткое сообщение. Какой чуть оговорился. Смерть в картинге случается один раз в жизни. Оу. Безумно можно быть первым. Блин, я поворот прилетел. Ну пипец, все у меня резина перегревается. Ну Егор, уж слабо. Егор, мне кажется, надо в тоталу идти сейчас. Да. Полторы минуты ремонта. Страта рабочая, кстати. По-моему, все. Егор, а если тебя убить в кишке, то стабилизаторы подвески помогут? Конечно. Или для этого Симкуб нужен, чтобы он сам отловился? Симкуб нужен. Д1, которая слабая. Мы все знаем. Не, вообще CSLDD слабая. Ты что-то перепутал. Я что сказал? ДД-1. А, ну ДД-1 тоже слабо. Еще слабже, чем это. Вы знали, что это одно и то же, кстати? Да. Green flag, all clear. И сколько кругов еще? Все. А сервак? Все. Ну я еду, ладно. А, во, все. А что у меня пинг-то? А. Ну я и типа еду, у меня все летают. Надо ехать, да, надо ехать. А, меня убили. Понял. Желтый, куча желтых флагов просто. Так, надо заткнуть таблицу, что ли. Во, я с таблицу показал на стриме, вот все, вот не будем отталкиваться, лучше чего организаторам предъявлять. Тут все. Мне кажется, Амир Тотал. Наверное, да. Мне кажется, это остановка гонки должна быть, по идее. А что там случилось? Сервак тотал, все да. Лагают. Ну, по идее, типа, до этого круга засчитают. Все резы. У них же сохраняются логи. Веномир, кажется, реально умер. Да, так много кто умер сейчас. Скиллы я нормальными, я только в стенке как-то на 7 секунд оказался и нормально. Я вообще целый. Ну как бы 2 секунды только у тебя. 42-я машина еще сильно бита. Это кто? Кто 42-й? Солнцев? Нет, 42-й это тут какой-то круговой. Ну это по идее типа либо я не знаю, ну вряд ли. Смерть случается один раз. Ну спасибо за донат. Это Миша, да, ты кинул? Стапа? Нет, не. Не ты. Если потом посмотрю, кто кинул в сторону. А похоже, никто гонку останавливает и не собирается. Егор, если что, табличек нигде нет. Ууу, Амир, ууу, все, Амир, прям тотал, кажись. Пипец. Он еле едет. А сегодня гонка трагическая, просто у половины наших. Ну, если они не засчитают результаты типа по это, то, ну, все. Три минуты, да, могу, Амира, 3 минуты. Пипец. Чё? 3 минуты. А только он умер? Похоже, только он. Блин, соболезно. Пипец, Амир просто. Ой, ему сейчас обидно, наверное. Ну да, все, у меня нет колеса одного. Блин, ну я не знаю, мне кажется, они должны засчитать результаты до этого круга. Ну да. Ну типа это прям нечестно. Хотя по факту полного падения не было, не знаю.
На 3 минуты, то он сейчас 2 круга нам. А солнце тоже в пятах. Хороший, Егор. Плюс 2 позиции. Я сейчас одну потеряю, потому что я не попадаю никуда. Да, я 8-й. Мне кажется, что они поставят, как было. Вопрос, сохранились ли у них логи, типа, они сохраняются с каждым кругом? Да. Да? У меня такое ощущение, что у меня очень большие проблемы. Срезей? С правым передним. Я просто не попадаю в повороты, где она надо. Блин, а где я торможу-то? Да, я во все левые вообще не попадаю уж. Боже, блин, номер до сих пор стоит, пипец. Ну, просто... минуты. Мы сейчас на 2 круга успеем объехать. И вот это реально обидно. Это обиднее, чем все наши поражения. Потому что хотя бы у нас они были относительно по нашей вине. Так же Аза. Сегодня не было Аза ни у кого. Ладно. Да, пипец, это как рулем надо крутить. Зямов даже так от меня отстает, то есть у меня колеса нет, он от меня отстает. Ладно, на пятом обойсе вроде попроще, на пятом доеду. У меня просто нож желтая. У меня 105 температура у него при коле, 105. Я не попадаю вообще никуда. У меня такое ощущение, что у меня типа как правого колеса тупо нет, короче. Прям очень плохо. Егор, у тебя нет правого колеса. Ура. Что будешь делать? Егор, предлагаю тебе сойти, кстати. Да-да-да. Ну, типа, нет смысла бороться. Чё, какой Амир? Амир 19-ый! Пипец. Да, у меня вот так жопа сгорела. Если бы я ехал тут третьим, у меня бы так случилось вторым. Ты прикинь, ты на 10к едешь, типа. Да даже если бы денег тут не было. Прикинь, знаю пацана, короче, ехал на эту... на пятнашку, и у него педали отключились на последнем круге. Че за пацан? Блин, знакомый просто. Ну а что дальше-то было? Миш. Что дальше-то было? Сейчас тебе номер Рыкову дам, погоди секунду. А у меня есть. Звони. Че могу Алексу Смоле? Звони, спрашивай, что было дальше. Еще Алексу Смоле я могу позвонить. И Михаилу Быкову. Надо? А еще у меня Крамарского есть номер. У тебя есть номер Крамарского? Да. А откуда у тебя номер Крамарского? Блин, ну давать деньги, это то же самое, что если бы я сами деньги отдал. Что связывает тебя и Крамарского? Вообще учить? Тренировки. Ты тренировался у Крамарского? Конечно, ты че? Блин, я бы тоже хотел тренироваться у Крамарского. Без рофла. Не, просто этот... меня же добавляли в группу Картима сначала, типа, ко всем этим крутым ребяткам. Вот, у меня их номера остались. Потом меня, Егор, правда, перепустили оттуда. Ты в курсе, что у тебя тормоза оранжевые на торможениях? Да. Это нормально? Нет. Мне надо, чтобы меня лидер не успел догнать.
Чтобы он закончил гонку, я еще на круг уехал. Где лидер? Чувак, я бы тебя с удовольствием пустил, но что-то пока у тебя не получается меня догнать. Блин, как неплохо. А то, кстати, тормоза смести. Ну у тебя прям давляк что-то вообще полетел. Давляк 28, чувак. А почему? В чем так резко летит? Тормоза оранжевые. Реально смести этот и тормози чуть-чуть пораньше. Ты же тормоза что ли умирать начали? У него тормоза краснеют аж. Как ты их убил-то? На спуске. У него колес, передние колеса 28. Офигеть, я чуть не умер. 2 секунды меня Антонов догонит. Антонов? Он что, умирал? Где, Антонов умер или что? Да догонит. Нет, Антонов едет. Блин, 2 круга. Хоть как. Красные тормоза. Что? Сколько температура? 33, а почему так? Они, может, умерли просто? Да какие заслонки ты поставил? Вторые. Мне кажется, Егор, они у тебя умирают просто потихонечку. Блин, Егор, какие вторые заслонки? Вторые это закрытые же. Ну да. Да хера ты их закрыл на какой погоде? Я не думал, что будет так жарко. Дурачок? Да, у меня передний тормозов нет. Чуть-чуть машину реально поворачивает. А у него давляк, короче, 28. Тормоза красные просто горят. Да, уё, Егор хорош, давай. Че, Егор убил кого-то? Нет. О, Егор, я бы на том месте бы сейчас пораньше тормозил. Да? Да. На спуске что-то не очень хочется без тормозов перед них остаться. Ну заслонки 2-2, ну профессионал. Покупайте СТАПОД Егора Симонова. Запишитесь на тренировку через сайт SMP Racing eSports. Да. На 33 температуру ставить вторые заслонки, да? Егор, зато ты этот ограничитель под... А, и что-то... Как? Куда сильнее ту же? Или я наоборот вперед ставлю? Помогите. Сука, ближе к центру, 52 поставь. Ой. И вперед наоборот сместил, еще хуже сделал. Нормально, Егор, нормально, тормозит, в принципе, нормально пойдет. Там умер кто-то. А челы уже просто стоят на финише или что? Они едут, ладно. Егор, только раньше тормози сейчас. Мы сможем из нас тормозов посмотреть? Да. Я не думаю, что они у тебя, скорее всего, просто реально перегрев. Эти 58. Они даже не успевают за прямую у тебя остыть. Что ты, сука, сделал с ними? Кстати, вот так тормозит. Логично, у тебя задние тормоза больше схватывают. Ура-ура, последний круг. А, мир 22-й, с ним еще что-то приключилось, кажется. Боже. Хорошо, что я в бимке катался без тормозов. Без попикол. Мне какое-то представление, что с ним делать. Егор Генис, стоп, посмотри.
Seaman off. Брейкс off. Нормально, еще на два круга. Егор, а ты как их убил вообще? Что ты с ними делал? Что я с ними не делал? Ну да, у тебя вторые колодки, извини. Эти восьмой. Вроде бы даже со штрафом должен тут остаться. Просто пипец. А ну-ка. Где тут температура? Чё? Сколько? И это сфото. А, ну нормально, нормально, Егор. Сами в личку тебе кину. А где? Ура! Я 26-й! А где тормоза? Сюда! Липки по заднице поехали. Егор, отличный сетап. Сань, я на твоем месте больше у него сетапа не брал. Сука, он конченый вообще. Пойдем что-то, да? Да. Легенда автоспорта вообще. Амир, ну это капец, просто капец, Амир. Чтобы вы понимали, ну, Фотон на стриме почти сразу сказал, что он думает, типа, ну, деньги вернуть. Ну, в смысле, деньги отдать Амиру, и его чат отговаривает. Ну, его чат сидел, отговаривал. Как вам износ, Макс и Амир? Сейчас, подожди, я... Хорош, хорош, хорош. Ой, Амирка, привет, пупсик, давай пятюню. Здорово. Сладкий. О, Макс, ты четвертый, хорош. Да, да, учитывая позицию, ну, но типа, если... нельзя... типа третий, по сути. Ты должен, если ну, не... типа, вообще ты должен быть четвертым как раз. Ну да, да, типа Лёхи. Ну что вместо Богороды должен быть другой человечек. Ну вообще там еще Солнцев затоталился. Сейчас смотрим первую часть. У меня все сохранено. Ой, надо тоже это повтор. Износ. Ой-ой-ой, там что-то больно. Там что-то... А покажите реплей, кстати, как Амира уебала. Ща, погоди. Мне больше интересно другое. Вот это. Ой, этого... Ой, пипец. А как же мы, Егор, с тобой... Тебе по жопе. Как же нас с тобой туда... А сейчас я еще Анюху разверну. А, это еще Ваську? Туда, Вась. Легенда. Я кидаю, короче, свой износ. А почему? Просто почему? Вон там кто-то ушел. А. Еще, кстати, посмотри, Егор, как я ушел потом. А, все из-за кругового, да, изначально? Да. Угу. Блять, это все из-за кругового. Все из-за кругового, просто все из-за кругового. Просто, блин, ну Вася, конечно, гений. По факту тут в Васе, хотя, ну ясно, тут все друг дружку, короче. А покажи, покажи еще раз, сейчас я это скину, покажи еще раз, как, из-за чего вообще началось. А, это Амир, перед Амиром. Что? Как Амир выжил? Подожди, чел ушел? Ебать! А, ну там, все. Как бы дальше Ануфриев уже... теряет машину и блядь, Серегин теряет. Блядь, Серегин еще в него, ну. И мы все в них. Да, и там уже невозможно было тормозить. Вот этот еще гений просто Гольцев. Он вместо того, чтобы поставить вот это маленькое окошко, он его закрыл. И все. Просто все. И дальше все просто друг в друга. Егор, покажи, как я в стену ушел. Сука, Вася шатал. Не, меня уже здесь нет. Ладно, давай так. Тут тебя проще найти. Интересно, на каком круге я затарился? Да. На следующий.
Не, на следующий. А, да. Типа, ну. Саня, это такая тупая смерть просто. Да я знаю, блин. Подожди, подожди, это мне это напоминает. Я типа, я вот здесь хотел на газу, типа, остаться и... Блять, какой... Ну, балбес, нахуй. Сходить научись. А, ты на самом деле пресс-эв, просто, блять, реально. Хорошо, что вы ему обратно еще... просто не у меня еще два таких же тотала плюс. А все, потому что F1 Memes Racing Team написано неправильно. Не знаете, что интересно? Где мы тут с тобой схлестнулись по пьяни? А, блять, Егор, что это возвращение на трек, нахуй, было? Ты, блять, вообще нормальный человек, блять? Просто три позиции мне потерял, блядь. Мне больше интересно, что там было изначально. И тебе же еще отпинали тут где-то. Вот. Нет, это я просто точку торможения проебанил. Типа я ушел от столкновения. Я тебе покажу, как меня убили. Сейчас, погоди. Давай, давай. Блядь, Егор, ну-ка это. Тогда к Амиру идем. Где эта хуйня вся? На следующем походе. Сейчас, Амир, подожди. Меня сначала просто в стену выгнали, но на 5 секунд. Я вот тебя начал догонять. Типа, я зарядил тебе дайвочку, мы были сайд-бай-сайд, но ты по траве скосил. Во-во-во-во. Типа, я так залез, у тебя... Как-то странно, у нас траектория у обоих. А, был, блядь, это я тебе... Был. Офигеть. Нет, это просто... Офигеть, нет, еще на 5 минут? Стой, посмотри, что там. Покажи, Амир, покажи. Стой, я еще не зашел. Что там было? Блядь, всем сказали, нахуй, сейчас будет... Ой, это я? Да. Амир, мотни назад, мотни, покажи тем, кто не умеет слушать ушками. Мы другое смотрели, потому что, Миш, понимаешь, у людей много инцидентов было в гонке. Ну ты все тогда, молчи, откси. Я понял. Это еще не все. Бля. Я понял. Ну, у меня машина просто не ехала никуда.